От Москвы и Владивостока до Байкала 14 экипажей со всей России 20 февраля отправились в путешествие «Квест Байкальская миля». Каждая команда получила задание. Выполнить их нужно на экскурсии при съемке видеоблога. Квест проходит в том числе и по Алтайскому краю. Московский экипаж проедет по значимым местам региона. Это село Сростки, Чуйский тракт и многие другие. А также познакомиться с культурой Алтая. Одна из точек в Барнауле – салон Туринагара. Там для экипажа провели экскурсию и показали Алтай с прекрасной стороны. Участники в приятном шоке. Он впечатляет. Он другой, он уникальный. Мне казалось, что центральная часть России – это Россия. Но оказавшись на Алтае, я понимаю, что, ту Россию, которую мы видели в шукшинских фильмах, она может быть более та вот самая Россия. Восприятие таково. После экскурсии экипаж перешел от теории к практике. Вместе с местным художником ребятам предложили на специальных тарелках с помощью палитры изобразить любимую эмблему. Это интересно. Я такой в своей жизни вижу первый раз. Делаю тем более первый раз, поэтому волнуемся. Надеюсь, что не опозорим славное имя Туриной горы своими художествами. После Алтая экипаж отправится в сторону Шерегеша на Кузбасс, а дальше через Улан-Удэ на финиш. Место встречи всех экипажей на Байкале в селе Максимиха. Там московский экипаж расскажет остальным участникам гранд-тура, какой он настоящий Алтай. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.